вдвоем пойдем, снимай, как петь мы будем. Ждем вас обязательно вечером на нашем выступлении на дне города. Бля, мы не ели еще. Ехали, 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 наконец доехали. Омск, город трудовой доблести. На байбаке встречают, ребята, это ж надо. Завтра покатились, будем сейчас завтракать. На самом деле ужинать, но на завтрак. Вот, потом отдыхать в замечательном отеле. Ну и готовиться к вечернему выступлению. Ждем Амичей вечером. Кроме этого, надеюсь, мы сходим в Краеведческий музей и узнаем историю вашего прекрасного города. Основан когда был? Правильно, в 1716 году. Мы ждем ваши восторженные лица, потому что мы везем песни и, самое главное, настроение, ребят. А мы, как говорится, разговоры ведем только за деньги. Так, да? Это наша еврейская часть коллектива. Она всегда сидит сзади. Деньги, это не мое. За улыбкой работаю. Я просто радую людей. Сейчас пойду радовать людей. Знаете, деньги это ничто. Ничего не значит. Я уже больше работаю с платью. Привет. Все, да? Да, ну, самый любимый мужчина в нашем коллективе. Сюрпризы. Сейчас мы все это приготовим. А вы потом послушаете. Вообще, меня связывают с, ну, мою семью связывают с Омском много. У меня папа родился в Омске, и здесь есть даже его музыкальная школа. Его имени Цыганкова Александра. Вот так. Сейчас поем, пойдем, снимай, как петь.